Всем добрый день. Давно уже видосика не было по электропилам, по механике. Проблемы. Что у нас? Подопечный у нас Штерн. 2000 ватт. Проблема с механикой, что пропадает привод. Он практически мелкий, ну, слабенький. Ну вот, видите, практически рукой можно остановить. Снимаем, ну что, будем разбирать, ребята. Снимаем звездочку, стопорное колечко. Это все пружинки. Ничего, ребята, не теряйте. Дальше что, ручку снимаем у нас. Саморезы рекомендую вам выкручивать, потому что они будут мешать вам снять ручку. Однозначно. Поверьте моему опыту. Снимаем ручечку. Так, здесь мы победили. Что, откручиваем дальше саморезы крепления корпуса. Держим за вот эту часть, которая верхняя, располовинить ее легкими ударами молотка по валу. Есть. Так. Добрый, что у вас? Так, ну что, печалька здесь, ребята. Здесь сажала пластиковую шестерню. Вот так вот ее облизала. И здесь выходит либо шестерня, либо вот пружина торсионная. Работает как сцепление. В принципе, есть такой видос на канале. Уже по замене этой шестерни. Вот такая она новенькая, красивенькая, зубастая. Ну ладно, будем снимать дальше видос. Что, значит, не знаю, снимаем ручку, чтобы она не мешала. Дальше, дальше. Откручиваем, откручиваем, откручиваем. Вот этот винт. Ага. Тяжело закручен. Так, а что нам это все даст? Наверное, здесь какая-то конструкция чуть-чуть изменена. Так, давайте откручиваем вот здесь, где носик
маслонасоса, ну когда выход уже, подача масла, откручиваем вот эту пластину. Она удерживает носик, платформу экстренного торможения. Дальше, что у нас тут? Сейчас поглядим. Потому что разработчики все что-то разрабатывают. Дальше нам нужно вот этот винт снять с пластиной, которая удерживает шток торможения для торсионной пружины. Дальше. Где-то что-то еще должно быть. Угу. Сейчас посмотрим. На одном винту, ребята, очень хлипкая конструкция, я вам скажу. На всем экономят. Так, вот этот узел мы вытащили. Теперь. Нам надо попытаться открутить винчик. Берем ключ типа трубного, фиксируем винчик. Откручиваем гаечку, крепление винчика этого на якоре. Тяжело закручено. Теперь откручиваем по периметру 4 самореза корпуса, который удерживает механику с электрикой. Вытаскиваем микрик безопасности. Есть. Теперь не сильно, ребята. Выдвигаем электрику внутрь до той поры, чтобы мы могли вытащить шестерню. Вот так вот. Так, а венчик у нас выйдет. Ну, вышел венчик. Вот, вот так вот. Теперь шестерня нам подаст однозначно. Хлоп, вышло. Есть такое. Так, это колечко сюда. На платформу. Что? Переходим на тисочки. Фиксируем вот здесь вал. Так, что у нас тут? Ключик 12 либо 13. Причина, скорее всего, была где-то что-то закусило. В принципе, должна была сработать торсионная пружинка, но она не сработала как сцепление. Так, что ж ты? Придется съемником подшипничек этот снимать.
Если у вас нету съемника, ребята, без съемника, наверное, нечего здесь начинать. Только увалите. Узел. Можете отправить, ребята, если вы с Украины, на ремонт нам, в мастерскую. Ремонтируем. Снимем контент. И отправим назад. Так, теперь снимается. Шестерня. Видны следы вот здесь износа тоже на торсионность, где торсионка одевается. Подтерто уже. Берем новую. Одеваем. Фиксируем тисочки. Возвращаем подшипничек. Накручиваем гаечку. Есть. Возвращаемся к электропиле. Осторожно проворачиваем, потому что устанавливаем шестерню с проворотами, потому что там находится он маслопривод. И чтобы шлицы попали, чтобы вы не травмировали его. Так, с прокрутом устанавливаем. Есть. Теперь ставим венчик. Накручиваем гаечку. Так. Ставим микрик. Ну, в принципе, все собирается в обратном порядке. И даже могу рекомендовать вам, скорее всего, сейчас установить узел блокировки. Пока корпус вот чуть-чуть отделен. И он, ну, вам будет легче завести вот эту тягу, которая с кнопки идет. Вот так вот. Все, теперь мы можем... Это все фиксировать, собирать. Потом закручиваем венчик, гайку. Корпус не забываем зафиксировать. Да и вот и все. А дальше все там элементарно. Встретимся уже, ребята, на тестировании электропилы. Я думаю, что не будем засирать эфир. Так, подсказочка вам, ребята, по сборке. Чтобы когда вот этот тяга, язычок должен находиться... Посередине он должен, вот смотрите, нажимаем на кнопку, и он должен поднимать шток безопасности, чтобы торсионная пружинка легко вращалась. Если мы вот так опустим, хлоп, и оно тормозит. Вот. Видите? Так что лучше сейчас проверить вот так вот, чем потом собрать, и оно что-то придется повторно разбирать, ребята. Ребята, не перепутываем. Более короткие ставятся саморезы сверху, а более длинные снизу. После полной сборки прошло время тестирования. Ну, все отлично. Все отлично получилось. Так что с вас лайк, ребята, подписка. Тихо. Подписка на технический канал. Здесь все техническое. Электроинструмент, бытовая техника ремонтируется. А также не хотите ремонтировать, присылайте нам, отремонтируем, снимем контент, отправим полностью рабочий организм обратно. На вас будут лежать только услуги транспортировки. Всем пока-пока.